Соревнования и конкурсы могут зарядить студентов энтузиазмом для обучения английскому языку. Такую задачу реализовала компания EF Education First. 27 марта организаторы проекта EF Кандидат подвели итоги конкурса. Студенты из 10 вузов Казани показывали свои знания английского языка. Они защищали маркетинговые программы и выступали в роли официантов на ролевой игре. Эти этапы позволили молодежи почувствовать всю атмосферу английского языка. Очень креативные и активные студенты. И будем рады, что многие из них, узнав о нашей компании по этому проекту, поедут на языковые курсы за рубеж, улучшать знания иностранных языков. Среди победителей оказалась и студентка КФУ Зиля Байрамова. Ребята получили сертификаты участников и возможность двухнедельного обучения в Вашингтоне. Борьба была серьезной и упорной, но на этом студенты не останавливаются. Ведь английский язык для них – это часть жизни. Александра Волкова, Руслан Урманов, Универньюз.